Привет всем любителям пошаговых игр. Вы видите и слышите Алексея Халецкого и смотрите продолжение прохождения Sid Meier's Civilization 6 на последнем уровне сложности за нового лидера Харальда Варяга. Подробности того, что тут происходит, какие моды используют, почему тут так все сложно. В первой серии ссылка на весь плейлист в описании, в прикрепленном комментарии. Там спонсоры канала, все серии видят сразу. Большое спасибо вам всем за поддержку. Все, наконец-то вступительное слово завершено. Давайте продолжать. Так, Престон, Шеффилд. Так, Бристоль отваливается вместе с Виктором, я смотрю. Но это минус 2. А вот в Шеффилд, наверное, или в Гуль. Короче, в Шеффилд или в Гуль. Давайте, наверное, из Сарпсборга Мокшу в Гуль пересадим. Хотя он не будет работать, потому что... Ну, он, точнее, даст лояльность хотя бы и счастье с этим. Но вот религиозное влияние не будет работать, потому что в Гуле... Ну, короче, надо в Гуль отправить инквизиторов. Да, и я тупил, конечно, в прошлой серии. Я забыл, что инквизиторы только на свои города работают. Я почему-то требовал, ну, чтобы обратили те города... Точнее, не обратили, а убрали веру, которые к нам вообще-то не относятся. И, в общем-то, их... Вот этих можно вернуть обратно. Будем ждать, когда Лидс и Лондон к нам обратно присоединяются, чтобы можно было их обратить. Нету смысла инквизиторов куда-то дальше посылать. Так, что мы тут еще? Один заряд остался. А, давайте тут ремонтировать. Так, у нас еще 8 ходов до следующей эпохи. Мы еще объявили войну Гильгамешу в конце, ну, точнее, уговорили... О, Хаммурапи алюминий готов еще продать. Ну, я, правда, купил уже алюминий у кого-то. И нефть у нас минус 2. Так, мне надо реально еще одного пехотинца купить, чтобы сделать корпус. Сколько он? 485, да, достаточно. Нефть можно будет купить еще. Я пока, ну, то есть пока достаточно нефти, ладно, не буду. Так, и Шеффилд сколько еще держится? Ну, как минимум 2 хода. Совсем будет грустно, тоже кого-нибудь пересажу туда. Бегал в Майнц, да? Караванчик. Ну, давайте в Дортмунд, наверное. Так, ставим город. Тут все, что в центре города, мы, наверное, просто купим. Типа монумента. Давайте строить строителя здесь. 44 хода, ни хрена себе. Да уж. Может, строители купят. Ну, там, правда, стоит вот тут кавалерия английская. 460. Ну, наверное, какой-то район надо строить лучше. Все остальное мы лучше купим. Так, вопрос только какой? Реки рядом нет для священного места. Гавань на этой клетке жалко. Выкупать клетки. Да блин, нам реально и строить нечего. Офигеть. Так себе. Ну, в шестой циве нету смысла жалеть, чтобы ставить города. Но то, что вот видите, мало может быть. Ладно, давайте пригород какой-нибудь вот сюда. Плюс 5. Тут вообще нафиг не нужен, честно говоря. Но нам просто нечего тут строить. Так,
стоим, ждем. Я следующим ходом ПТ-команду, кстати, в Шеффилд поставлю. Это тоже снизит, так как это современный юнит, снизит. Увеличит, точнее, лояльность. Так, с Карфагеном у нас сейчас война. Поэтому грабить территорию не зазорно. Так, мы только прибыли, значит, найти источники. Лаба. Следующим ходом должна наука начать добавляться конкретненько. Так, и нам фес... Так, стоп, а если у нас дерево технологий? А, я не поменял. Я поменял, надо было первый посол послать. Но только, правда, сейчас два. Ладно, давайте что-нибудь на посла, на послов открывать. Вот, давайте сейчас колони... Блин, мобилизацию, конечно, очень хочется. Но нам надо, в первую очередь, науку поднять. Соответственно, еще два посла получить. И фес до максимума довести... То есть это второй научный ГГшка. Таругу мы довели до 6, надо эфес еще до 6. Нет, вот алюминий, сорян. Давайте нам надо Престон взять, но никакого мира не будет, пока мы Престон не захватим. И уголь мы торговать не будем. Валетту перекупили. Блин, надо вернуть Валетту, потому что в новых городах в центре города надо покупать. Ну там, скорее всего, один посол надо будет. Там даже не перекупили, возможно, а просто... Engineering is the art of directing the great sources of power in nature. Так, что у нас с нефтью? А, вот еще, кстати. Кстати... Ну, только еще один, да, я вижу. Больше не будет. Так, ну-ка смотрим. Сейчас минус 7,2. Ставим. Все равно минус 7,2. Да что ты будешь делать? Ладно, надо перебрасывать... губернатора туда. Так, минус довольство. Пингала, Лен. А, Амани у нас в Занзибаре, да? Рейна еще не взята, но мы пока ее и не возьмем. Так, Валетта. Да, видите, одного достаточно. Купаем в Шицму амбар. Здесь мы, наверное, сюда поставим город. Но не сразу. Здесь с такой лояльностью нету смысла. Так, какого ж мы губера сюда пересадим? Все равно даже минус 2... Плохо, ну пингалу нет. Но, видимо, все-таки этого. И тут будет минус 3 довольно. Ну, кстати. Да, он, кстати, по довольству. Надо у кого-то покупать. Мы, видимо, с кем-то прекратили черепахи только. Да, что-то маловато редких ресурсов. Мы сейчас уберем Магнуса. Будет минус по довольству. Но нам надо Магнуса в Шеффилд. Блин, заберу Шеффилд, наконец... Ой, Шеффилд, Престон, наконец-то замирюсь.
Не знаю, почему он пушки он туда перевозит все. Виктории союз истек. Так, ну нам надо с Викторией военный продолжать. Блин. Я не заметил, что он истек, у меня не было сейчас плюс 5, да? О, она просто... Так. Когда у нас союз с Людвигом? Вот нам нужен культурный с Людвигом, обязательно. 8. У нас тут намного все лучше станет тогда. Так, тут все починено. Давайте на нефть как раз перебросим. Минус 3. Надо, наверное, купить нефти. Нам просто не 29 надо, а давайте 10. Я думаю, этого нам хватит. Лучше однократно всегда платить, чем вот эти. Может, еще. Странно. Что она много хочет. Ну я просто не хочу 40. Блин. Хорошо, 8 на 30, типа 240. Но даже если. Ладно, наверное, придется согласиться, потому что долго буду выискивать, сколько на самом деле она готова заплатить. Так, это все слишком дешево мне видится. Лошади никому не нужны. Железо. О, 35 на 16, зашибись. А что это Виктория постоянно железо хочет? Это уже устаревшее. Так, уголь не продаем. Алюминий, нефть, уран не продаем. Уголь у нас минус 3 вход. А у меня единственный источник. По-моему, я тут. Вот тут еще, да, есть будет, да. Если мы заберем Лондон, то у нас проблемы с углем не будет. Так, плюс 3, минус 5, минус 2. Странно реально, почему тут пушки как-то в сторону отведены. Хотя могли бы защищать. Наверное, подставлюсь под выстрелы. Не должен каравелл убивать, а я вылечусь на черепахах. Есть лава, фокус на науку и гранты, наверное, считаем. Есть лава, фокус на науку. Канализация. Не, наверное, пока тоже следующий грант. Я бы канализацию за веру покупал, но чуть позже. Так, тут нам надо фабрики угольные строить тоже. На 8 производства, между прочим. Так, ну и отсутствие довольства означает, что можно не расти. Так, а что это тут за апостолы православия? Из Византии. Ай-яй-яй. Больно, нельзя эти пушки терять, конечно.
Череп святого Адальберта. Ну, но не за нефть. Нет, давайте пока нет. Вообще, кстати, имеет смысл, наверное, попокупать... таких шедевров и прочего, чтобы культуру поднять. Science owes more to the steam engine. Да ладно, осталась все-таки стена. Мне, скорее всего, минус вот эта пушка будет. Блин. Ну, Престон следующим ходом мы берем. Ой, жаль. Так, с кем-нибудь мы замириться можем? Один ход с Кристиной, да, и Дидоной. Минус 5, минус 2. Угу. Видите, обратили в даосизм, ноль стало, хотя минус был. Людвиг осуждает рок-музыку. Но у нас не было рок-групп. Забавно, все равно. Так. Тут я... Нам все равно 4 канализации надо в любом случае. Так что покупаем канализации потихонечку. Завершили паровой двигатель. Ну, пошли, наверное, в алюминий. И стали варенье. Угольную шахту и броненосец. Угольная шахта есть. Надо вернуть. Так, а у нас нигде каравелла рядом с союзниками не плавает. Блин, далековато. Апать отправлять. Блин. То я далеко каравеллы увел. Надо это вернуть. По-моему, это ближе будет. Так, а почему у нас появилась возможность каравана? Вот тут, потому что... Я лучше этот сначала отправлю. Не хочу пока клетки покупать. Вот тут давайте рудник. Там, если куплю, то только вот там клетка, которая с нефтью. Thank you.
330 науки, но все равно по сравнению 500 у Вавилона и 700 у Шумера, это, конечно, капля в море. Блин, кого бы нам еще на Шумера? Ну, Нидерланды вряд ли. По-моему, они даже невозможно у них спрашивать, да. Когда вот красник, когда они осудили, это невозможно спрашивать. Китай бессмысленно, Византию бессмысленно. Так что ждем, наверное, следующего хода, когда мы замиримся с Дидоной и попробуем Дидону еще с той стороны. Так, теперь вопрос, кто нам продаст... Так, во-первых, какие мы шедевры можем разместить? Реликвии. Много реликвий. 4 художественных. И 2 письменных. Так, занято. 2 письменных осталось, а остальное реликвии. Не знаю, нужны ли мне реликвии, честно говоря. То есть я это чисто, чтобы культуру повысить. А, литературная 2, да? Ой, так что-то он как-то дорого продает, кстати. Не, наверное, не буду. Это я не буду. А реликвии... И это дорого. Нет, тогда это я не буду. Пока это оставим. Что мы купим, что как-то уже дорого. Хотя бы где-то плюс 10 культуры. А, вот тут был поселенец захвачен. Ну и ладно, я, наверное, не буду ставить город. Шецму мне хватит. Слушайте, не убили. Не убили. Так, мы захватываем. Престон, наконец-то. Ух, господи, сколько я с ним мучился. Remember that politics, colonialism, imperialism and war also originated in the human brain. Комбатские суда производства, уничтожение юнитов прошлых эпох. Харей. Так, теперь требуем у Англии мира. И идем на Лондон с Лидсом. Я думаю, она мне выплатит все, что у нее есть. 231 вход. Меня, наверное, устроит. Я с ней не собираюсь больше воевать. Так, подождите, мне сначала Престон надо, ведь у меня нету в списке, что уступить Престон, потому что я его не захватил. Вот теперь надо. Отлично. Так, здесь религию. Так, ну, слушайте, Шеффилд уже не должен. Да, все, ничего больше не отвалится. Возвращаем, наверное, Магнуса обратно в Ставангер.
Может, так, подождите, сколько тут? Плюс 7, нет, тут не надо. Тут не надо пока убирать, тут тогда в минус пойдет опять же. Ну, я повторю, на нас Германия влияет теперь сильно. То есть нам с ним надо просто культурный союз заключить, и будет зашибись все. Блин, Окленд у нас... Так, Окленд надо вернуть. Блин, где... Да что... Вот нахрена, вот спрашивается, нахрена Людвигу Окленд? То есть он дает мне производство на прибрежных клетках, вот у меня ушло тут производство из-за этого ВОЗ. Ну хотя ладно, ради одного осла, может, прям и не стоит так, но приятно было, согласитесь. Через два, через три хода сам добавится, но нам надо быстрее нефть обрабатывать. Так, минус 2, но на самом деле будет в плюс идти. Дальше с углем, о, уже минус 5. Уже минус 5. За веру я буду покупать... так, двух послов. За веру я буду покупать... канализацию. Опять же, смешно. Как можно за веру сделать канализацию, когда ты просто веришь, что это канализация. А во-вторых, потом 4 канализации демократию тебе ускоряют. Прикол. Так, перемещение, соседство промышленной зоны. Это мы все оставляем. Вот тут, наверное, пока олигархическое, пока мы те два города не возьмем, надо оставить. Вот тут главное первый посол поставить. И в Фес. 328... 351, то есть уже плюс 25, да, науки? Ну и дальше все-таки мобилизацию. Хотя очень хочется еще божественную... Блин, может, божественную историю, чтобы добить... Мне, наверное, наука важнее, чем армия сейчас. Да. Так, надо этого инквизитора вылечить... И на священные места кто-нибудь видит поближе. Походу только вот здесь ближайшее. Так, подождите. У нас минус 2 вход. А это дает... Плюс 3, да, можно апать, я думаю. Так, я просто не хочу кругосветку еще делать. Так аккуратненько, чтобы она не была... Ну, оставим на следующую эпоху. Кстати, а с этим я уже могу заключить мир? Да, давайте, если, конечно, согласятся. Блин, по-моему, Кристина даже заплатить, нет, не хочет. Так, ну это меня устраивает. Так, Дидона. Это у меня все есть, да? Ну, просто заключаем мир. Так, дружбу с Китаем продлим. Так, и где Дидона? Так, вроде может объявить войну Гильгамешу. Блин, ну вот... Странно, что они соглашаются за одно золото. Вот я не знаю, это глюк или не глюк все-таки.
Так, ну я всех соседей, кроме Нидерландов, уже заставил объявить войну. То есть тут Вавилон с Гильгамешем воюют. Слоновую кость еще можно купить. Так, ну и счастье у нас должно сейчас вернуться. Нет, минус одно удовольствие. Ну, наверное, усталость от войны, да. Но сейчас пройдет, как мы мир заключили. У нас же эта усталость от войны накопилась из-за войны с Англией. То есть то, что мы в войне с Шумером, по идее, по-моему, если не изменяет память, не должно влиять. Что, Бристоль все равно отваливается, что ли? Не может быть. Проверим. Как ход начнется. А чем, тем более в героический век выйдет, там вообще... Там скорее эти Лондоны лиц сами к нам начнут присоединяться. 20% ракетостроения. Наверное, берем. Озарение для ракетостроения, тем более. Нет, прекратил Бристоль. Отваливаю. Все в плюсе. Все в плюсе. Зашибись. Туда сизм. Везде. Так, соль обработаем. О, нефть просто в ноль. Так, теперь с углем проблемы. И даже когда мы тут захватим, он все равно будет, но мы, я думаю, сможем покупать уголь. Так, лечимся. Здесь пока некуда отправлять. Формальный повод Василию. Опять Валетту перекупили. Да что ж ты будешь делать? Ну, я думаю, мне все-таки важнее сейчас уже Фес. Ждем вот этих двух послов в естественной истории. Тут я пока не могу обрабатывать нефть. Вот тут бы. А насколько тут стоит купить клетку? А, это 4-го радиуса, блин. Нисколько. Довольно мало у меня еще рабочих получилось в этой игре. Так, холм. Холм. Сюда подводим. Так, а если я уберу отсюда ПТ-команду? Все равно 9, ладно. Сюда веду, чтобы... О, как раз против кавалерии. Наверное, дальше я уже не поплыву. Пытаюсь кругосветку не сделать. Видите, тут чуть-чуть. Буквально. О, тут караванчики у нас плавают. Сейчас пограбим. А, продолжаем исследовательские гранты. Что у нас вообще по великим людям? Я думаю, Маргарет Мид мне брать или нет?
Она стандартная. То есть тут она даст, получается, типа 660 науки и 660 культуры в любом иностранном кампусе. Мне кажется, есть и покруче ученые. Ну и тем более, что, может, мы их и не возьмем. Вот торговца я точно пропущу, если на меня выпадет. Что пока так. Какая у нас бесконечная война была с Англией. С какого года? Ну, мы, конечно, бывал там мир, там было принуждение к миру. Один раз, когда осла чуть не взяли. Англия вышла. Я вот не понимаю, как Англия может... Вот я ж сам в химию где-то годов 5 или 6 назад вышел. И вот сейчас вышла Англия в химию, с двумя городами оставаясь. Но это, ну, это какие-то вообще дебильные бонусы. Мне просто кажется, вот этот мод, это просто сверху еще навалено бонусов. Если бы компьютеры играть начинали как-то по-другому, а когда ты просто сверху наваливаешь бонусов, ну... But once you have tasted flight, you will walk the earth with your eyes turned skywards. For there you... Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Блин. А, я не веду войну, сам, точно. Ай. Так, Гильгамеш, надеюсь, со всеми продолжает. Тут Людвиг, Вавилон, Дидона. Так, подожди, а что с Викторией? Так, мне надо Викторию еще упросить. Или он был в войне, но перестал. И даже Золотого века давайте. Это у нее Золотого века. А видите, вот она больше просит. Как видите, за войну. То есть она за... За одну монету не готова. Ладно, давайте так. Две, что-то там почти 300 не хочется платить. Так, продолжаем исследовательские гранты. 420 науки. Что по улетанию? Людвиг построил космопорт и проект. Гильгамеш два проекта. Да.
Ну, хотя ладно, тут 85 ходов. Пускай уменьшается. Блин, такое ощущение, что опять куда-то... Не, нету редких ресурсов на покупку. Не знаю, куда Виктория тратит железо. Ну, а... Елизавете я, конечно, продавать не буду. Так, а вот уголь я бы сам купил, на самом деле. Минус 5... Ой. 39 могу максимум купить, но я бы купил, чтобы надолго, заплатил бы одномоментно. Ну, пускай 10 вход, наверное, пускай будет, ладно. Так, еще 600 монет, возможно, какие-то шедевры попробовать. Письменности, артефакты, реликвии. Даже, вообще, надо в первую очередь артефакты глянуть, потому что они культуру дают. Раз. Что вообще дешево продает? Людвиг 2. Ну, вот это уже дороговато, но надо покупать, наверное, все равно. 3. Все, артефакт. Видите, нам не надо будет делать археолога уже. Нам важно, чтобы Гильгамеш и Людвиг друг с другом воевали, а не улетали. Ну и вообще как-то шумера, чтоб тут... Опа, мне Вильгельмина и... Вот Византия... Византия неприятно. Шпионы, давайте... Сорвать ракетостроение. Пофигу, тут за себя проголосую. И премия мира пускай, да. Ну, у меня нет дополнительных дипломатических очков, мне нечего туда вкинуть, так что... О, сорвать ракетостроение прошло. И почему-то культурный захват моими районами прошло. Прикол. А кто ж там уговорил? Мне кажется, Византия кому-то объявила войну. И, соответственно, мне. Вильгельмина Людвигу объявила. И они оба Людвигу объявили. А так как я в союзе с Людвигом, то, соответственно... Так, как бы Англия не забрала Лондон случайно. Так, ну мы тут ждем трех послов, чтобы в Фес отправить. Это мы какую-то ГГшку, видимо, встретили. Так, по дипломатической победе сейчас взглянем. Нет, никто. И по культурной тоже вряд ли, да? Угу. Ракетостроение еще Хубилай. И Хамурапи.
Но мне надо радио и ракетостроение, соответственно. Потом, наверное, в уран. Бристоль, Карфаген. Не, я, пожалуй, по морю лучше бы не отправлял. Из Шеффилда в Дортмунд. Ну что, там война сейчас с Византией. Будут грабить. Нам надо апнуть в броненосец для ускорения сталеварения. Блин, а нацпарк-то... Подожди, я, может, нацпарк могу построить? Может, мне радио отложить пока? По-моему, если я вот здесь уберу рудник... Или здесь? Это, блин, соседние рудники, правда. Вот здесь, если я уберу рудник и куплю вот эту клетку, вот тут нацпарк строится. Так, что мне для этого надо? Мне нужен рабочего туда отправить. И, собственно, купить... Подождите, я открыл разве? А, блин, у нас натуралист... Не, наверное, давайте так идти, ведь натуралист далеко. Натуралист далеко, нам радио надо открывать, чтобы СМИ ускорить. Потом мобилизация, СМИ, идеология. Вот это у нас, конечно, с культурой очень все слабенько. Очень слабенько с культуркой. По-моему, даже энергия должна добивать, да. Ну, зашибись, у нас только вот Драмен без энергии, а это я тут, собственно, и строю угольную. Все остальное... А, еще Шецму. Ну, в Шецму она и не нужна будет. Блин, Англия все-таки поставила здесь Блэкберн, который отвалится ко мне. Нормально. Так, Бристоль растет. Следующим ходом... Так, давайте мы отложим на один ход тогда здесь, потому что... Следующим ходом я могу кампус начать строить в нем. Поэтому пока откладываем. И опять же, вот непонятно, вот смотрите. 600, ну, 700 науки у Шумера. Раз, два, три. Ну, это, конечно, шикарный кампус. Три, четыре, пять. О, уран готов продавать. Но, блин, мне нефть самому нужна. Сорян, чувак. Ну, то есть мы имеем в виду, что у нас китаец готов уран продавать. В принципе, я лучше за деньги у него куплю. Ну вот, караваны, видите? А, блин, там Кабул кто-то засоюзил. Кстати, Кабул не очень приятно. Он прям там в центре у нас. Тысяча, вы видели? Почти 2000 я успер денег. Вау.
Так, Таруга, Фес, 400, 440 науки. Вот видите, Кабул где. Так, мы, по идее, сейчас Лондон должны забирать, я думаю. А вот Лондон отваливается. Все равно. Все-таки немец влияет. Но у нас должно тут скоро... Во-первых, два хода союз заканчивается. Во-вторых, один ход у нас героический век начнется. Что я думаю... Я думаю, мы его удержим. Осталось лиц только забрать. И наконец-то у нас все, что нам надо, будет в наших руках. Кстати, у нас же еще религиозная агрессия. 7 ходов осталось, чтобы не было православия в Нидеросе и все. А, стоп. Блин, как он задолбал, вот честно, как он пробирается и... Так, тут точно да, сизм у нас. И опять Нидерос без религии нашей. Кампус сюда ставлю, потом, возможно, сюда промышленную зону. Что по великим людям? Не очень нужен, не очень нужен. Да я это точно пропущу. 234 за каждый артефакт в этом городе. Артефакты, ну, тоже, на самом деле. Пускай Шумер забирает, кстати. Я сделаю здесь нацпарк потом. Это, конечно, лучше бы где-нибудь в центре было. Может, реально где-нибудь в центре есть более такой. А вот тут, например. Там же притягивающий, достаточно притягивающий и выше, если мне не изменяет память. Так, где нацпарк почитать? Притягивающие выше, да. Притягивающие выше. Должны принадлежать одному городу. Шетсму, пожалуйста. И просто отсюда он в радиусе будет плюс 2 счастья давать. То есть я не говорю, что я и здесь не поставлю. Тоже поставлю. Но в центре важнее будет. Нормально. Потом рядом с Килиманджаро явно где-то... Ну, хотя нет. Нет. Рядом с Килиманджаро не поставишь. Вот, в Лондоне, кстати, вот тут ставится тоже. Так что мы 3 нацпарка как минимум можем поставить. Только тут рудник надо... Не тут, не извиняюсь, не тут, вот тут рудник надо будет убрать тоже. Рабочего я вроде туда уже отправил. Странно, почему я так в Карфаген... Он
Он же по морю пойдет, этот караван. Я лучше к союзникам бы отправлял. Потом еще непонятно, почему к Виктории перестала много денег давать. Попытка нейтрализовать губернатора, это интересно, кстати. Тоже к Шумеру потом надо будет отправить, чтобы нейтрализовать губернаторов. А, тут мы откладываем производство, да. Чтобы кампус... Так, во всех городах что-то строится. Хорошо. Следим, чтобы англичанин лиц не должна нас забрать. 74, это пушками. Вы видели, как я 74 бомбардами еле пробивал. А так она мне, конечно, немножко поможет, я надеюсь. Блин, 900 науки у Китая. Теперь у нас Китай улетает. Охренеть. 1000. Блин. Ну что, героический век? Героический век. World without radio is a deaf world. Реформа денежного обращения точно, пульс паровой машины точно. Ну и к оружию, видимо, потому что здесь живут драконы. Не надо мне. Кто у нас еще в героическом? Людвиг. Блин. Ну и Англия в нормальном, это явно у нее, по идее, должны эти города начать отваливаться. Наверное. Ну вот, и Лондон уже не отваливается благодаря героическому веку, так? И с Людвигом мы всего один алюминий. Правда, он уже добывается, но, согласитесь, такой огромной территории всего один алюминий. Давайте поищем, может, где еще рядышком есть... Так, выкупаем сразу. Или... Подождите. А, это у немца уже, да? Кабула. У немца. У Виктории. Ну, в общем, рядом был только вот этот, видите, и он, немец в Нюрнберге успел... Кабул засоюзить можно, например, будет. Возможно. Создать аэродром. Окленд обратить в веру. Создать военный лагерь. Кстати, создать военный лагерь, наверное, будет выполнено, когда мы лиц захватим, между прочим. Блин, ну 1000 науки у Китая, это, конечно... Я отстаю, я просто через эпоху от них. Вау. Это очень далеко. 900 у Шумера. 900... 1200! Вы видели, в течение хода у него было 800... Потом стало 1000, и сейчас 1200. Как можно было 400 науки откуда-то взять? Просто я не понимаю. Что это за читы?
Но я думаю, что сможем ли мы эти четыре читы перебороть уже в следующей серии, будем смотреть. Но пока, кстати, Китай даже не улетает. У него, конечно, открыто, но он даже космопорт не... Улетает у нас только Гильгамеш и Людвиг. Больше никто даже не построил космопорт, не то что пытается улететь. А у нас до космопорта один ход, да? Ну, до открытия. Да потом нам надо явно в ядерке будет идти. То есть мы в первую очередь, наверное, ядерки будем строить и пытаться ракетостроение. Нам главное поставить космопорт и, ну, и спутник запустить, чтобы всю карту открыть. И, соответственно, оттуда будем посылать шпионов в те города, где народ пытается улететь, и мешать им всячески. Плюс ядерки туда пулять. Шумер, слава богу, воюет, но как, все равно незаметно, чтобы как-то они прям сильно воевали. Вообще ни один из городов Шумера не осаждается. Такое. Ладно, продолжение в следующей серии. Спонсоры ее уже могут поискать в плейлисте. Для всех остальных она появится завтра. Играйте в умные игры. Слава Украине, живи Беларусь. Всем пока. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.